мы вот оттуда. Да, газсервис. Соответственно, это наша новая новинка. Нержавеющий бойлер косвенного нагрева производится в городе Киржач. Вот. Производится из стали как теплообменник, так и внутренний бак из стали, а и пищевой IC-304. Универсальная модель, соответственно, настенная модель. Она может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Уже со встроенным ТНом на 2 кВт. И также присутствует линия рециркуляции горячей воды. Также вторая новинка – это бойлер костного нагрева, тоже из нержавеющей стали. Напольного исполнения, литраж от 100 до 200 литров, то есть 100, 150, 200. Также будут производиться в Киржаче. Запуск уже производства – это апрель, это уже май. Это итальянская линейка бренда Royal Thermo, производится на итальянской фабрике. Представлены бойлера от 100 до 300 литров, в ассортименте более 1000. Котел, по-моему, в прошлом году был уже. Да, котел Royal Thermo прогрузился. Если можно про колоночки электролюкс, можно и про электроводнагреватели. Ну, давайте с колоночек начнем. Значит, в прошлом году у нас было изменение и расширение линемодельного ряда в Занусе. Появился турбо с принудительным дымоудалением 10-12 литров. Может, пройдем, покажете. Давайте. Повторение прошлого года сначала. Ага. Что у вас, я так понимаю, была акция по полю. 10-12 литров. Принудительное дымоудаление. Это единственная модель, две модели, которые с энергозависимой. Их нужно подключить питание для того, чтобы делать вентилятор. Стекляшки как были, так все и осталось. А те четыре ну и колонки 10-12 литров стандартные и 6-10 литров под сжиженный газ. В прошлом году у нас было всего две колонки, в этом году расширили. Большой модельный ряд сейчас. Я не стал там. Он на самом деле он большой, широкий, но не такой, так сказать, сложный. Да, да, вот, кстати, Максим Андрианов. Вот. Смысл в чем? Одна модель, да, 10, 12 и 14 литров. То есть в электролюксе идет именно нацеленность на повышение производительности. Да? И вот эти две модельки, они 10-литровые, но с модуляцией пламени. Электронная модуляция пламени дает изменения. То есть при повышении протока воды, когда открывается второй кран, нету скачков провала горячей воды. Колонка понимает, что воды расходуется больше и повышает мощность. То есть нету провалов. Соответственно, ну и по ценнику, естественно, электронная модуляция добавляет денег, потому что это электроника, это чип. Плюс немножко, ну, 11 литров. То есть 10, 12, 14, а с модуляцией обе 11 литров. Не 10, 11. То есть в электролюксе именно тенденция на повышение литража и комфорта.
Вот. Это что касается газа. Ну, я имею в виду гибрид. Я передам Максиму, наверное, да? Про газ мы подробнее рассказали. На рынке это сухие тены, это горизонтальный универсальный монтаж, горизонтальный, вертикальный, и управление по Wi-Fi. Что касается Wi-Fi, у нас уже порядка 7 продуктов, которые объединяются в свою экосистему. Вот, это позволяет дистанционно управлять, программировать и в том числе экономить электроэнергию при использовании приборов. То есть это комфорт, это удобство и это экономия. Вот, на данный момент мы вывели новинку, выводим новинку на рынок. Это Electrolux Smart Inverter, инверторная технология, которая позволяет экономить электричество при использовании прибора и выдавать больше горячей воды за счет этой технологии. Вот. Сделан на базе цитуры IQ, два сухих тена, Wi-Fi управление, инвертор. Увеличенная теплоизоляция до 35 мм, обычно в электролюксе 22, в конкурентах 16. Вот это одно из решений для того, чтобы повысить эффективность прибора по выдаче горячей воды. Встроенная Bluetooth-колонка для того, чтобы пользователи могли при принятии душа или там, использовании горячей воды слушать музыку. А, да. Отвечать на звонки? Нет, пока только прослушивание музыки. Вот, естественно, управление по Wi-Fi. Вот, сейчас идет тестирование продукта. Мы хотим показать и зафиксировать в соответствующих органах показатель экономии электроэнергии до 70%. Все аналогичные технологии используются в электрическом обогреве. В наших конвекторах, которые мы тоже являемся пионерами по технологии инверторного управления, вот, так называемая система, трансформерная система, вот она перекочевала в том числе. Скажите, пожалуйста, вот это устройство Wi-Fi управления, оно, я так понимаю, не только для этого бойлера подходит и к остальным подключается? Ну, сам я смотрю, модуль отдельно стоит. Значит, модули используются на нескольких приборах. Подогревательный бак, конвектор, приточная бытовая установка, Boiler Master, конвектор, теплый пол с Wi-Fi управлением. Там не требуется модуль, но он входит в эту систему. Увлажнитель воздуха EcoBio Complex Yoga. Ну, уже вот получается... Плюс кондиционер. Как это? Правильно вы сказали, у вас уже создалась экосистема. Экосистема, да, во всех трендах, Electrolux, за ним все болю, мы стараемся объединить все свои продукты, следуя передовым технологиям. Больше пользователей интернета, больше пользователей мобильных устройств, потребность в экономии электроэнергии, и вот разное сочетание этих технологий позволяет добиться и комфорта, и экономии электроэнергии. Это один из ярких примеров. Также у нас такая же технология в колонке используется. Да, в колонке тоже в Nano Pro Inverter 11 литров, она висит крайне слева. Я вижу. В кондиционере базовая была технология, точнее первая. Колонка, вода, коннектор. Из газовых компов сейчас только Ралтарм, основная шпиль. Спасибо. Да, мои стилисты.